Хазак Бару, дорогие друзья, Тубишват Самеах. Сегодня Тубишват — это праздник деревьев, и в этот день мы начинаем отчитывать Трумоту Масрот. И в этот день у нас тоже годовщина деревьев, то есть сколько лет деревьям человек считает Тубишват. Допустим, если человек за месяц посадил дерево до Тубишвата, то уже дерево будет один год этому дереву. То есть хотя бы месяц жил, то считается один год. У нас, допустим, деревьев нельзя 3 года, допустим, урожай кушать, и вот это не 3 года, которые от того дня, как посадили, 3 года. С Тубишвата, если был плюс 1 месяц, то это уже получается 1 год. Понятно, да? И эти, конечно же, законы сегодня не очень-то... не то, что нужно сегодня знать, но и многие эти законы тоже собираются только в Эрец Исраэль, но без радаше, то есть мы не можем выполнять это, так как мы не находимся на святой земле, и некоторые законы тоже у нас нет в Бет-Амикдаш для того, чтобы приносить вот эти самые бикурими. Дай Бог, чтобы Худохагат, нас Бет-Амикдаш без Хуту Бишват отстроился, дай Бог, чтобы каждый родитель видел счастье своих детей, и так как плоды дают сладкие, деревья, когда дают сладкие плоды, точно так же Адам и Вацесаде. Каждый из нас должен уметь давать сладкие плоды. Это не только своих детей, но только тоже свои добрые дела, свою помощь, показывать свою руку помощи каждому человеку. Потому что мы являемся как дерево, как дерево дают и тень, и фрукты, и хорошие, и оксиджен, и так далее, и тому подобное. Наша работа тоже уметь отдавать. Без радаше, God bless you, ты скулу митцвот.